Под Мурмом на стадионе Вербовский прошла юбилейная 10-я спартакиада судейского сообщества, посвященная победе в Великой Отечественной войне. Раньше такие соревнования проходили в Петушинском и Селивановском районах, но уже четвертый год их принимает Муром. Я не могу не обратить внимание на то, что, наверное, всем нам бросается в глаза, мимо чего пройти нельзя. Это на то, как меняется к лучшему и город Муром, и это место. Прекрасное поле, прекрасные дорожки, прекрасные трибуны, цветники, спортивные тренажеры, волейбольные площадки. Это все мы сегодня увидим, и все мы это сегодня будем использовать. Среди судейского сообщества прошли турниры по волейболу, футболу, пулевой стрельбе, настольному теннису и плаванию. Спартакиада с каждым годом приобретает все больше размах. В этот раз помериться силами в товарищеском матче приехали судьи из Ивановской области. Впервые с судьями соревновалась и команда Департамента административных органов Белого дома. В целом стоит отметить, что Владимирская область становится территорией здорового образа жизни. Благодаря реализации федерального проекта «Спорт. Норма жизни» занятия в комфортных условиях в ближайшие 5 лет станут доступными для жителей всех районов и представителей всех профессиональных сообществ.